Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Nuberoid Magic 5S, и сейчас я покажу вам, как на данном устройстве сделать сброс сетевых настроек. Для этого мы переходим в настройки, далее открываем другие подключения, и здесь у нас есть сброс настроек сети. И нажимаем «Сбросить настройки». Вводим наш пароль для подтверждения и нажимаем «Да». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.